Приветствую вас, дорогие друзья, братья, сестры, все, кто подключается к каналу, к трансляции. Мы очень рады, что можем послужить, изучать Слово, обращаться к Богу за мудростью. И в начале служения помолимся, попросим Его благословения. Любящий наш Небесный Отец, благодарим Тебя за священное Писание и Твое Слово Святое. Благодарим, что можем на этой земле его изучать, изучать его прекрасные истины – который умудряет и наставляет нас во спасение. Мы хотим, чтобы Слово Твое, простое, ясное, доступное, было всегда с нами, чтобы мы внимательнее его изучали, чтобы мы всегда и советовали, и ратовали за то, чтобы люди сами изучали Священное Писание, чтобы люди сами изучали весь план спасения, чтобы люди искали бы лица Твоего и воли Твоей во всей жизни своей. Мы, Господь, этого хотим и желаем. Мы просим, чтобы Ты умудрил нас к спасению в изучении Священного Писания, в изучении простых истин и простых принципов познания. Благослови э, наше служение сегодня. Ради Иисуса Христа мы молим. Аминь. Итак, сегодня у нас пятая тема о принципах познания. Надеюсь, вы уже просто не просто не забыли, а выучили уже текст, основной наш текст. Ключевой текст, который мы взяли из книги Псалмов, 45 глава, стих 11. 45 псалом, 11 стих, священное Писание говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. И вот мы с вами прошли определенную часть принципов в нашем познании, познании нашего мира. И используя эти простые принципы, мы пытаемся ответить на один важный вопрос. Сколько же может быть... Богов в абсолютном смысле этого слова. Повторять принципы я буду в самом конце, в заключении. Вот, если кто-то не слышал об этом, то нужно, конечно, прослушать эти темы заново. Нам осталось рассмотреть всего четыре понятия из десяти, о которых мы говорили в наших принципах познания. Вот это подобие отличия были первые два целая часть были вторые два принципа. Общие и частные были третьи два понятия. И нам осталось рассмотреть еще последние две пары. Это причина и следствие. И последняя пара будет это основное и присоединяющееся. Итак, пожалуйста, будьте внимательны. Мы постараемся провести это занятие в таком, может быть, не скоростном, конечно, ключе, но нужно торопиться, потому что материала много, и надо вместить его в, так скажем, хотя бы 90 минут. Вот. Итак, в принципах познания оставшиеся категории, они не менее важны, чем предыдущие. Причина и следствие. Давайте почитаем немного священное описание. У кого есть, можете открыть Библию или в электронном варианте, Библия онлайн. Можно читать тексты из священного Писания. Бытие 41 глава, 31 стих. Написано, «И неприметно, будет прежнее, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. В чем причина того, что прошлое изобилие будет неприметно вот в данном тексте? Сильный голод. Иеремия, 4 глава, стих 4. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего. Мужи, Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. В чем причина гнева Божьего здесь? Злые наклонности людей. Иеремия 13, 12 глава, 13 текст. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. По какой причине им надо было стыдиться? Пламенный гнев Божий должен был вызвать в них стыд. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 текст. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. По какой причине охладевает любовь? Умножается в беззаконие. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17-18 текст. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Обратите внимание, по какой причине они отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточение сердца. Послание к евреям, 7 глава, стих 18. Отменение же, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. По какой причине отменяют какой-либо закон? Написано, по причине ее немощи и бесполезности. Какой вывод мы можем сделать из прочитанных текстов касательно тех понятий, которые мы с вами обсуждаем сейчас? Причина и следствие. То есть что мы с вами наблюдаем в мире практически во всех явлениях и во всех событиях? Практически во всех явлениях и во всех событиях в нашей жизни, в нашем мире мы наблюдаем причинно-следственные связи. Мы живем в мире причинно-следственных связей. Мы видим их взаимоотношения или соотношения. Корреляцию, как называют, более таким, я бы сказал, может быть, научным словом. Да, соотношение, взаимосвязь причин и следствий в жизни человека. Это следствие этого, это следствие этого и так дальше. И вот зачастую мы переносим эти рассуждения к вопросу о Боге, или к вопросу о Божьей жизни, или к вопросу о Божьем бытии. Ну, например, вопрос о нашем происхождении, о нашей с вами жизни. Почему я появился? Почему я появился? Потому что меня родили родители. А моих родителей тоже родители. А родителей моих родителей тоже родители. И так далее до Адама и Евы. Мы, как верующие люди, читающие Священное Писание, придем туда. А дальше Адам и Ева, кто их родил? А их не родили. Их сотворили. Кто сотворил? Бог сотворил. Подождите, если так идти по э, вот этой связке, а Бога кто сотворил, так задают вопрос. И это, как бы так сказать, совсем уж не детский вопрос, по какой причине появился Бог или вследствие чего появился Бог. Если Бог сотворил все, как мы говорим, то кто сотворил Бога? Мы видим, у любой причины есть следствие. Мы так привыкли думать. Щелкнул выключатель загорелся свет. Нажал на курок, раздался выстрел. То есть у любого следствия, у любой причины есть следствие, у любого следствия есть причина. Качаешь насосом колесо, следовательно, оно либо спущено полностью или проколото. Заправляешь бензином автомобиль, следовательно, мало бензина или его совсем там нет. Из повседневной жизни нам с вами известно, что события или одни события или одни явления способны порождать или изменять другие события. Весной каждый из нас знает, когда пригревает солнышко, что происходит со снежным покровом, который еще остался на земле. Чем э, жарче греет солнышко, тем интенсивнее тает снег. И наоборот, если э, в разгар весны, когда уже, допустим, э, ударил мороз, к примеру, и прихватил цветущие яблони. Соответственно, как следствие, мы можем ожидать, что урожай в этом году или, так сказать, в данном году может и не быть, потому что их прихватил мороз. Или студент в университете, например, полгода ничего не делал, или весь семестр, и в конце семестра получает, соответственно, неудовлетворительную оценку. То есть первое из этих событий мы называем причинами, вторые называем следствиями. И вот э, причина, что это такое, это есть событие, которое при определенных условиях порождает другое событие. Или изменяет другое событие, которое мы называем следствием. В причинно-следственной связи всегда или обычно находится пара событий, из которых одно является причиной другого. Но вот событие или явление, которое в одном отношении является причиной, в другом отношении может являться следствием. Не запутайтесь, не торопитесь потихонечку, плавненько, я думаю, мы с вами поймем это соотношение. То есть каждое событие, оно одновременно является и причиной, и следствием. Причиной по отношению к порожденному им событию, а следствием по отношению к тем событиям, которыми оно было порождено. Например, вы идете по улице и подскользнулись на банановой корке. Что происходит? Сломали ногу, например, и попадаете в больницу. То есть в данном случае перелом ноги – это следствие чего? Неудачного падения. В то же время это причина вашего пребывания в больнице. Гвоздь, например, торчащий из доски, на которой вы случайно, на которой вы случайно наехали, стал причиной очень многих следствий. Кроме пробитого колеса, вашей поездки на шиномонтаж и растраты средств на ремонт определенной суммы денег, на ремонт пробитого колеса, он, например, также явился причиной вашего опоздания на очень важное совещание, и ваш начальник, который проводил это совещание, так и не смог с вами увидеться и передать вам то, что хотел передать, или повысить вас, например, в должности, понимаете? То есть в данном случае одна причина явилась сразу нескольким, явилась сразу тем, что вышло из этой причины очень много следствий и так дальше. То есть мы признаем существование причинно-следственных связей и вот мы сталкиваемся с вопросом друзья мои это не праздный вопрос все ли события в нашем мире имеют причину все ли события в нашей реальности имеют причину не спешите очень часто складывается когда у людей диалог одни говорят да все имеет причину вторые говорят нет не все имеет причину вот те люди, кто считают, что все обусловлено причинно-следственными связями, их называют, ну, детерминистами, так скажем, да, такую позицию принято называть детерминизмом, что все происходящее обязательно имеет свою причину. Но вопрос э, вот в чем: все ли события могут иметь одну причину? Все ли события в нашей жизни могут иметь одну причину, или одну обязательную причину? Пожалуйста, не торопитесь. Все ли события в нашей жизни могут иметь одну причину или иметь обязательную причину? Например, уже лет 200, как ученые люди утверждают, что мы произошли от кого? Сами знаете, что утверждают, что мы произошли от обезьян. Уже сто лет примерно прошло со времени публикации великим, его называют физиком, Альбертом Эйнштейном, основ общей теории относительности, после которой началась история развития представления о большом взрыве. То есть сегодня в научном мире большой взрыв ⁇ это общепринятая космологическая модель, общепринятая за факт. То есть ученые утверждают, что Вселенная произошла после большого взрыва. Произошел взрыв, и он стал причиной появления всей Вселенной. Но тут возникает вопрос, а насколько реальна эта причина? Насколько обязательна эта причина? И обязательна ли эта причина? Может ли быть какая-то другая причина появления Вселенной? Например, сотворение Вселенной Богом? Может. Я, конечно, в полемику уходить не буду, ибо это не наша тема сегодня. Я хочу подчеркнуть, что при наблюдении нами определенных следствий, не обязательно, что причина этим следствием только одна и не более. Вот примером с гвоздем и пробитым колесом и испорченным из-за этого целым днем я хотел показать, что причина являлась по сути результатом многих следствий. В примере, который я приведу сейчас, я хочу показать, что видя какие-либо следствия в своей жизни, не обязательно вы придете к единственной причине или истинной причине например вы были целый месяц в отъезде вас не было дома вернулись домой заходите в ваш дом заходите в большую гостевую комнату и видите что окно разбито посреди комнаты лежит гранитный камень а когда вы заходили вы видели что возле вашего дома играют дети причем играют нервно подходите к окну они шумят кричат бросаются друг с друга чем попало вы видите у себя разбитое окно и посреди комнаты гранитный камень. Какой вывод вы сделаете? Вас целый месяц не было дома. Очевидцев нет, видеокамеры не установлены. Дети шумят, бросаются, швыряются. Первый вывод, который может к вам прийти, это то, что кто-то случайно, неудачно, может быть в порыве гнева, швырнул камень, но промахнулся и камень влетел в окно и разбил ваше окно. Но, друзья мои, вроде как логично, но возникает вопрос, а может ли быть какая-то другая причина данного события? Возле вашего дома проходит дорога, совсем близко. На обочине дороги валяется очень много камней, включая и гранитных. Возможно ли, что после часа, как вы отъехали, проезжал большой грузовик, и гранитный камень попал э, под колесо, отрикошетил и попал в ваше окно, и он уже там лежит целый месяц. Возможно ли такая причина? Возможно. Ведь вас не было на месте целый месяц. Никто не наблюдал, очевидцев не было. Возможно, и эта причина. А возможно, через 2-3 дня, через неделю, как вы уехали, проходил мимо вашего дома человек, чем-то обозленный. Хотел докричаться вас, может быть, попросить стакан воды, но не докричался и со злости швырнул камень в окно. Может ли быть эта причина? Может быть. Поскольку мы не очевидцы, мы можем только лишь предполагать или догадываться. То есть я думаю, что смысл нам понятен. Сегодня нам ученые люди говорят, что Вселенная 13 миллиардов лет 13,6 миллиардов лет произошел большой взрыв, и мы вот здесь все с вами прекрасно себя чувствуем. То есть я не хочу вдаваться в подробности, которые выдвигаются в качестве аргументов, как эффект Доплера или там красное смещение. Это отдельная тема по физике, вот, по астрономии и так далее. Но, во-первых, никто из ученых не присутствовал там 13 миллиардов лет назад. Во-вторых, не знает, что там происходило на самом деле. С одинаковой ли скоростью в то время разбегались галактики, как сегодня и так дальше. Вот. Потому что наблюдения, которые они имеют, им всего лишь 100 лет. Ну, чуть-чуть больше. В 1912, 1913, 1914 годах было открыто это явление, как красное смещение. То есть мы наблюдаем, что галактики удаляются друг от друга всего лишь 100 лет. А вывод делаем из этих наблюдений аж на 13 миллиардов лет назад. Вы понимаете, что происходит? Мы увидели этот кирпич который пролежал тут сто лет. А вывод сделали, что 13 миллиардов лет назад произошел взрыв, и каким-то образом он оказался здесь. Вот о чем я хочу показать этим примером. Причина такую причинно-следственную связь. И вот мы <coughs> ищем с вами. Ищем с вами причинно-следственные связи. <coughs> То есть могут поменяться условия, могут поменяться какие-то параметры, какие-то данные и так дальше. То же самое вот с любым вопросом. И с большим взрывом может быть другая причина появления Вселенной, как и причина вашего разбитого окна в гостиной. <как> Потому что вы отсутствовали в, этом, в своем доме целый месяц. Вы не видели, что произошло, и никого не было из очевидцев. То есть остается только предполагать. Теперь переключаемся на наш вопрос о Боге. На наш вопрос о Боге. Когда мы говорим о Боге, мы говорим, что Он есть Первопричина. Когда мы говорим о Боге, мы говорим, что Он есть первопричина. То есть подводить от следствия к причине, задавая вопрос, если Бог сотворил все, то кто, откуда появился Бог, дальше вопрос будет сниматься, потому что Бог является первопричиной. Это для верующего человека аксиома, Он есть первопричина потому что ряд людей большая часть этого мира верит что был большой взрыв и на здоровье это конечно плохо вот. но ученым что вы можете сказать ну верьте большой взрыв мы как верующие люди верим что вселенная была сотворена кем сотворена богом творцом <клев> вопрос уже другой э, по причине и так дальше но идя от следствия к причине мы приходим к первой причине был источник было начало у Вселенной и э, начало Вселенной дал Бог, Всевышний. И вот для нас это просто аксиома, то есть утверждение, которое не требует доказательств. Я уже сказал, что атеист, он скажет, нет, это не причина, причина, например, эволюция или большой взрыв. А верующий говорит, нет, творение, разумный замысел и никаких взрывов. Вот тут наши позиции расходятся. Но это еще не все. Мы видим эту первопричину, мы видим эту первопричину. Или должны увидеть эту первопричину как единственную и обязательную. Не спешите. Запоминайте, пожалуйста. Мы с вами должны увидеть Всевышнего Бога как первопричину, единственную и обязательную. Что это значит? Это значит, что Творец является причиной обязательной. Бытие Бога, жизнь Бога обязательно и его небытие совершенно невозможно. Повторю еще раз. Жизнь Бога, бытие Бога обязательно и его небытие совершенно невозможно. Что это для нас означает? Это означает, что бытие Бога обязательно само по себе и не зависит от каких-либо причин или следствий. Его реальность обязательна. Возникает вопрос, а наша с вами реальность обязательна или нет? Или вы скажете, а наша реальность что не обязательно? Да, наша с вами реальность не обязательно. Другими словами, все, что существует, существует благодаря сущему, благодаря Богу. И без него ничто не может существовать, пишет послание к римлянам апостол Павел. Ибо все из него им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Если убрать все существующее, то это не окажет принципиального воздействия на существование того, благодаря которому все существует. Еще раз другими словами, если не будет меня или вас, то Вселенная и Бог продолжат существовать. Если убрать всех людей, например, из города Х, Вселенная и Бог продолжат существовать. Если убрать еще откуда-нибудь, даже со всей Земли, если вы уберете все население Земли, Вселенная и Бог продолжат существовать. Если вы уберете галактику Млечный Путь, ну или еще какую-нибудь, Андромеду, например, или еще какую-нибудь, Вселенная и остальная и Бог будут существовать. Если даже всю Вселенную вы уберете, что Бог перестанет существовать? Нет. Бытие Бога, реальность Бога обязательные, и Его небытие совершенно невозможно, так как от Его бытия зависит все остальное бытие, или от Его существования зависит все остальное существование включая вас и меня. То есть причина нашего существования Бог. Бог нас сотворил. И идя таким путем ближе к Богу, к кому мы с вами придем, кого мы обнаружим сначала? Божьих ангелов, есть люди, есть жители других миров. Я не буду приводить цитаты. Вы знаете из Духа Пророчества, вы знаете из Священного Писания, сотворен человек, Он немного был умолен перед ангелами, ангелы служебные духи в духе прочего очень много говорится о жителях других миров. То есть есть ангелы Божьи, есть жители других миров, есть, сказано, ангелы как стражи и служители его трона. А они вследствие чего появились? Творение. Мы вследствие творения, ангелы Божьи вследствие творения. Подходя еще ближе к Всевышнему, мы кого встретим? Мы встретим возлюбленного Сына Божьего, Иисуса Христа, Сына Всевышнего. А Он по какой причине появился? не творение, а Библия говорит рождение, Колосянам 1:15, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари или прежде всякого творения, рожденный Иисус Христос от Бога Отца. И вот идя дальше, вы придете к самому Богу. Отец явился причиной рождения Сына. А что же явилось причиной появления Бога самого? От следствия к причине. Нет причины. Он сам есть причина или источник. То есть к Богу, ко Всевышнему этот вопрос не применим в принципе. Почему? Потому что, братья, сестры, друзья, мы абсолютно разные реальности. Бог стоит по обе стороны реальности или по обе стороны и своей, и нашей реальности. И знает все причинно-следственные связи. А мы можем находиться только на своей стороне реальности. Для нас пересечь этот рубеж невозможно. Для нас невозможно перейти в реальность Бога. Это нужно понять. Это очень простая мысль. Мы можем стать, Писание говорит, только лишь причастниками божеского естества. Второе послание Петра 1.4. Но не можем стать кем? Мы не можем стать Богом чего пожелал некогда прекрасный ангел. Он хотел войти по другую сторону реальности. Он хотел посидеть на этом троне. Дай мне управлять, дай мне эту ответственность. Я хочу быть Богом. Я хочу сесть на горе в сонме богов. Он хотел войти туда, в самые высшие, так скажем, сферы Всевышнего. Но ни одно творение туда войти не может по определению. Сын Божий Иисус Христос написано и в Священном Писании. И в духе прочества он входит в советы отца, он входит в присутствие отца. Отец открывает Христу все свои планы. Но даже и Иисус Христос не может войти в реальность отца. Так как ему тогда нужно стать кем? Самим отцом? Это же очень просто. Это нужно это просто понять. По определению это невозможно. Сын остается сыном. И это не унижение Христа. Это и библейская истина, это наоборот слава для Христа, что Он рожден, и Он единственный Сын Всевышнего, Сын Благословенного. Он не может стать первой причиной. Он был рожден от первой причины. <coughs> Давайте рассмотрим это на простом примере дающей и принимающей стороны. То есть все мы принимали в жизни подарки и знаем, что это такое. Всегда подарки приятно принимать. И, конечно же, если мы не эгоистичны сердцем, то и дарить подарки приятно. Я думаю, вы согласны с этим, что даже дарить подарки куда приятнее, чем принимать. И вот говоря о Боге, мы подчеркиваем, что Бог — это сторона исключительно дающая. Это сторона исключительно дающая, а мы — сторона принимающая. Мы тоже можем, конечно, что-то отдавать, чем-то делиться, но при всем при этом мы не являемся стороной дающей. Запомните это, братья и сестры. Мы можем поделиться тем, что уже получили. Все, что мы получили, это не наше по определению. То есть я не затрагиваю здесь вопрос свободы воли или свободы выбора. Это, конечно, отдельная тема. У нас вопрос причины и следствий. То есть все, что мы имеем, мы получили от Бога как полный подарок. И все, в чем мы нуждаемся, все, чем, точнее, все, чем мы можем поделиться, не есть наше. Даже то, что мы в жизни отдаем, чем-то жертвуем. Даже жизнь свою мы можем отдать. Но это не говорит нам о том, что мы сторона дающая. Что мы сторона дающая. Апостол Павел это прекрасно понимал. 1 Коринфянам 4,7 написано. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? О чем говорит апостол? Ничего нет в тебе, что тебя отличало бы, что бы ты не получил. Все, что мы имеем, мы получили от Бога. Свидетельство, пятый том. Я приведу несколько цитат. Это прописная истина. В принципе, прописная истина. Но приходится об этом говорить, потому что иногда мы этого не понимаем. Что мы сторона всего лишь принимающая дары от Бога. Пятый том свидетельства для церкви, 735-736 страница. Мы не должны думать, что давая что-либо, мы тем самым как бы имеем право на особенную милость со стороны Бога. Когда Давид и израильский народ собрали средства для строительства храма, царь вознес молитву к небу в присутствии князей и всех собравшихся. Молитву радости и благодарности, которая всегда должна звучать в сердце народа Божьего. «И в руке твоей сила и могущество», — говорит Давид, — «и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать» но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что мы странники пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое». Знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие, и от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. 1 пролипоменон, 29 глава, с 10 по 17 текст. Что говорит Божий Пророк? Ничего у нас нет, чем бы можно хвалиться. Все только лишь приняли в дар от Бога. Наглядные уроки Христа, глава служения. Есть много людей, которые в своих сердцах обвиняют Бога в том, что Он жестокий Господин, потому что Он требует от них то, что они имеют, и их служение. Некоторые говорят, что Бог требует от нас то, что нам принадлежит, или наше служение. Но мы не можем принести Богу ничего, что не принадлежало бы Ему ранее. От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали тебе, ссылается Пророк Божий на 1 Паралипоменон 29.14. Все Божие не только по праву творения, но и по праву искупления. Все благословения этой жизни и жизни грядущей переданы нам запечатленными Голговским крестом. Все, что мы получили, мы получили от Бога, и это запечатлено Голговским крестом. Поэтому обвинение Бога в том, что Он жестокий Господин, пожинающий то, чего не сеял, ложно. О чем это говорит? Все, что мы получили от Бога, это полный подарок. Душа не может отдать Богу ничего, что бы не принадлежало Ему. Все творение принадлежит Богу. Господь мог бы просто, не обращая внимания на человека, мгновенно остановить его дыхание. И сам человек, и все, что он имеет, принадлежит Богу. Весь мир Божий. Жилище человека, его личные приобретения, все, что есть ценного или выдающегося, все является собственностью Божьей. Все его дары должны быть возвращены ему, и это должно содействовать воспитанию человеческого сердца. Это книга Вера и дела. Глава ⁇ Неоценимый дар ⁇ Вы можете это прочесть в духе пророчества. Все его дары должны быть возвращены ему, и это должно содействовать воспитанию человеческого сердца. То есть мы видим из этих текстов, из этих слов, из наших рассуждений, что Бог ⁇ это сторона исключительно дающая, а мы ⁇ сторона принимающая. Это касается и людей, и ангелов тоже. Евреям 1.14 сказано, они служебные духи. Откровение 19 глава 10 стих и 22 глава 9 стих. Ангел говорит, ⁇ Я сослужитель тебе и братьям твоим ⁇ Вы поняли? Что касается нас, людей, мы получаем эти дары от Бога. Мы получили. Бог – сторона, которая нам дает, мы – сторона, которая принимает. А если говорить об Иисусе Христе, кто сторона дающая, а кто сторона принимающая? Кто является причиной, источником, а кто принимает из рук источника? Что говорит Иисус Христос об этом? Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 2. «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал ему, даст он жизнь вечную. От кого получил Иисус Христос? Это в дар. Ты дал ему. Иоанна 17:7. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя есть. И мы уже с вами читали Желание веков, первая глава. Перечитывайте, просмотрите это. Все, что Христос получил от Бога, Он получил, чтобы отдать. И что здесь непонятного? Не может пророк Божий сначала говорить, что все, что Христос получил от Бога, Он получил, чтобы отдать, а следом говорить, что Христос ничего не получил от Бога, но все имел незаимствованное и свое собственное. Это противоречие. Это абсурдно. Если, конечно, не согласиться с тем, что у нас или два Бога, или два абсолюта, или две первопричины, или два источника. Или даже, как говорят верующие, верящие в Троицу, сегодня три. Оказывается, три источника, три бога, хотя на выходе они все равно получают одного. Ну да ладно. <клев> Запоминаем, друзья мои, братья и сестры, в нашей реальности практически все обусловлено причинно-следственными связями, а в Божьей реальности нет. Там нет никаких причин и никаких следствий. Там ничего подобного не происходит. Ничего ниоткуда не берется и ничего никуда не исчезает, если так говорить простым текстом. <клев> Свидетельство для церкви, 8 том, страница 273, пророк Божий пишет: В распоряжении Бога имеется небо и земля, и Он знает, в чем мы имеем нужду. Мы в состоянии видеть очень мало из всего, что окружает нас, но все обнажено и открыто предачами Его. Ему дадим отчет во всем, Евреям 4:13, 273 страница, 8 том. Он царит над всей землей. Все открыто перед его всевидящими глазами, и из своей великой и спокойной вечности он дает свои распоряжения, которые его проведение считает самыми наилучшими. Замечайте, что говорит Божий пророк. Он находится над всей землей, он дает свои повеления, он дает свои распоряжения, которые его проведение считает самыми наилучшими. И подчеркиваем еще раз, он сам есть первопричина всего и источник всякой жизни. За Богом или там внутри Бога нет ничего такого, ну скажем так, за Богом никого уже нет. Он первопричина всего, он сам по себе, простая реальность, источник всего сущего. Все из него, и мы к нему говорит священное писание. Все, что существует из него, и мы, и ангелы, и Сын Божий. Все от Отца исходит. Но отличие наше и ангелов от Христа тем, что мы сотворены, а Христос единородный Сын. Божий. Бог источник жизни. От кого Иисус Христос получил жизнь при рождении? От Отца? От кого Он получает жизненную энергию для передачи ее всему остальному миру, всему остальному творению? Снова прочтите Желание веков, первая глава. Великий податель жизни через Христа изливает жизненную энергию, и через Христа она возвращается в потоках радостной хвалы и служения к Отцу. Может ли быть два одинаковых полностью идентичных источника жизни? Две причины или две первопричины или два абсолюта? Двух одинаковых источников по определению быть не может, а тем более трех. Как не может быть двух одинаковых на 100% первопричин? Просто по определению быть не может. Это не ломает весь... И здравый смысл, и то, чему учат даже э, э, ну, не увидеть эту простоту в священном писании, ну не знаю, братья и сестры. Как можно не заметить этого? Но людям нравятся все-таки намеки, косвенные какие-то утверждения о том, что оказывается в Боге там не одна личность присутствует, а несколько личностей. Хотя и Писание, и Дух пророчества четко разграничивает личность Отца и личность Христа. Мы об этом... Сейчас чуть ниже прочитаем из восьмого тома «Свидетельств для церкви». «Не может быть двух одинаковых на сто процентов причин, или первопричин, по определению. Кто-то да от кого-то будет зависеть и находиться относительно кого-то. И Отец Небесный не является следствием рождения Сына». Или следствием того, что когда-то три сущности посовещались и решили, что один будет называться отцом, а другой сыном и так далее. Нет этого в Священном Писании. Пророк Божий говорит, Бог – Отец Христа. Я уже цитировал это место в прошлой теме из восьмого тома. Хочу еще раз более полно прочитать, о чем говорит Божий Пророк. Свидетельство для церкви, восьмой том, страница 268, где сказано, что Отец является причиной рождения Сына. Единственное, что наше издание, источник жизни, красные обложки, вот если кто-то, братья и сестры, имеет у себя восьмой том «Свидетельств для церкви», вот в красном переплете, в красный. Я не знаю синий, просто у меня уже нет его в наличии. Но если у кого-то есть красные обложки, вы можете открыть 268-я страница, 8 том свидетельств для церкви. Это целый раздел весьма важные познания. Но если у вас есть доступ к интернету, то вы можете выйти на сайт вот. Но ну, Есть сайт, где труды Лены Уайта выложены практически в полном объеме, там со всеми компиляциями, и э, их можно читать в, я бы сказал, параллельно с оригиналом на английском языке. И вот восьмой том Свидетельств для Церкви, к сожалению, наше издание, к сожалению, не совсем верно передало смысл слов, которые содержатся там. Что пишет пророк Божий? Священное Писание ясно определяет отношения между Богом и Христом и столь же ясно изображает личность и индивидуальность каждого из них. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив в собой очищение грехов, наших воссела десну и престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Евреям 1 глава с 1 по 5 текст. Бог есть Отец Христа. В нашем русском переводе стоит просто тире «Бог дефис Отец Христа». Хотя в английском варианте, где написано God is the Father, то есть есть. Вот это можно перевести как Слово есть. Даже нужно было бы так перевести, не просто поставить дефис. А Бог есть Отец Христа. Christ is the Son of God. То есть Он Сын Божий. Христос есть Сын Божий. И вот здесь а, а, говорится, что Христос наделен возвышенным положением. И в, значит, в наших свидетельствах для Церкви сказано, Он был равен Отцу, Он был равен с Отцом, вот так перевели. Но если вы читаете английский текст, то что писал Пророк Божий, там нельзя сказать это слово был равен. Там стоят э, такие определения э, given и exalted, то есть Данный, подаренный, а экзалт — это возвышенный, величественный, и позишен стоит слово. То есть Христос был уравнен, или ему было дано, это подарено, это возвышенная позиция, возвышенное положение. Понимаете, я не буду цитировать английский текст, чтобы никого, так скажем, не смутить. Вы можете сами это прочитать, вот, что Христос был уравнен. Более верное определение этого слова, что ему было дано это возвышенная позиция, или дано это возвышенное место, или дана это возвышенная должность. И сказано, что он был, находился рядом с Отцом. Ну, все советы Божьи были открыты для Его Сына, так пишет Божий Пророк. Понимаете? Вот. То есть дано было ему это возвышенное положение. И очень важно, значит, смотрите, у нас написано в русском переводе, он был равен отцу. Посмотрите английский текст. Слово made, сделан, сделанный, изготовленный или приготовленный, и слово equal означает равный и одинаковый. Он был уравнен. Более правильный перевод я уже озвучил. Уравнен с отцом. Понимаете? Все советы Божьи были открыты. Для его сына. О чем это говорит? О том, что Христос не обладал этим изначально, а получал откровение от Отца, от первопричины. И это никак не умаляет Христа как личность, как прекрасного Божьего Сына. Это наоборот возвеличивает Его, Его простоту, Его э, желание послужить Своему Отцу, Его храбрость и мужество принять на себя столь ответственное решение, исполнить замысел Отца, Его бесстрашие верность до конца и преданность Отцу до конца, до Голгофы. И так далее в его служении первосвященника это просто потрясающе. И вот что пишет Пророк Божий. Дальше цитирую: Иисус сказал иудеям: Отец мой даны не делает и я делаю. Сын ничего не может творить сам от себя. Все очень просто. Если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. То есть показал, раскрыл, объяснил и сын исполнил. Здесь снова изображены личности отца и сына и показано единство существующее между ними. Восьмой том, 269 страница. Личности отца и сына. Это две личности, но не два Бога или не две ипостаси какого-то одного божества. Это единство выражено также в 17 главе Евангелия от Иоанна, в молитве Христа к Его ученикам. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, и да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино» я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Ну, не увидеть здесь причинно-следственных связей тоже, мне кажется, нужно быть ослепленным. Это очень чудесные слова. Вот что пишет пророк. Какие чудесные слова. Единство, существующее между Христом и его учениками, не разрушает ничьей индивидуальности. Наше с вами единство – Ваше со мной, ну да, или мое с вами. Здесь вот собирается группа, церковь, люди. Наше единство не нарушает, не разрушает ничьей индивидуальности. Они суть одно в намерениях, в мыслях, в характере, но не в личности. Таким образом, Бог и Христос одно. Вот каким образом Бог и Христос одно. Понимаете, друзья мои? Вот каким образом Бог и Христос одно пишет, Божий пророк. Отношения между Отцом и Сыном и личность обоих, ну, как здесь говорить по-другому, личность обоих разъясняется также в следующем месте Писания. Значит, она говорит о двух личностях, но не одного божества, а абсолютно разных индивидуальностях. Разъясняется в следующем месте Писания, цитирую. Это 269-я страница, ссылка на Священное Писание. «Вот муж, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, он примет славу и восядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». И она говорит, что это и есть показатель того, что это две абсолютно разные личности, но не два э, абсолюта или два Бога. Этих слов там вы не найдете. То есть нет двух первопричин. Есть один Бог-Отец, 1 Коринфянам 8.6, и э, первопричина всего, и один Господь Иисус Христос, это там же написано, 1 Коринфянам 8.6, рожденный от Отца. Колоссянам 1.15 мы уже цитировали, сказано, что Он рожденный прежде всякого творения. И это абсолютно разные личности. Вот от следствия к причине или от причины и следствия. Вы придете к творению Божьему, к ангелам Божьим, к жителям других миров и придете ко Христу. Таким образом, познаете, увидите Христа как посредника, единственного посредника. А он не является первопричиной. Сказано, ты дал мне, и я дал им. И пророк Божий пишет, все, что Христос получил от Бога, он получил, чтобы отдать. Вот на простом примере стороны дающей и стороны принимающей мы можем это объяснить, что мы сами по себе ничего не имеем. Мы это все получили от Всевышнего. Что Иисус Христос сам это говорит, что Он тоже все получил от Отца. Все унаследовал от Отца. И это передал всему творению. Этот благословенный свет и благословенный мир. Ну, надеюсь, что-то... Что-то останется в нашей памяти. Нам осталось рассмотреть последние два понятия из наших принципов. Может, вы утомились за эти пять тем. Но я вам скажу, что если не руководствоваться простыми, понятными принципами, ясными библейскими текстами, не двузначными, а простыми и однозначными библейскими текстами, не додумывать, не дописывать, не втискивать в священное писание свой смысл, то мне кажется, что достаточно просто понять, что говорится. И о Боге, и о Христе, и о творении, и о плане спасения. То есть достаточно просто. Если привносить туда то, чего там нет на самом деле, то, конечно, вы получите... Трагедию и проблему. Там может быть два абсолюта, там может быть три Бога, а там некоторые говорят даже восемь или девять. Чего вы беспокоитесь? Когда э, придет время, там уже откроется. Какая вам разница, сколько там богов? Восемь или девять? Итак, нам осталось рассмотреть последние два понятия: это основное и присоединяющиеся. В наших занятиях это последние два понятия в принципах познания которые помогают нам познать окружающий нас, на нас э, мир и применить эти познания в постижении истины Божьей или Бога. Давайте почитаем Священное Писание. Слово «основной» в данном случае происходит от слова «основание» в значении «опора» или «центральная часть чего-либо». Опорная, центральная часть чего-либо, основание. Или основание сооружения, или основание какой-либо системы. У этого слова очень много синонимов база, базис, главное, зерно, источник, исток, канва, каркас, корень, костяк, опора, основ, или основа основ, первооснова, первый элемент, становой хребет, стержень, сущность, фундамент и так дальше, ядро, ну, вот такие э, синонимы у слова основа. Вот эту основу мы имеем, и имеем в виду как центральную часть чего-либо. Священное Писание, пожалуйста, если у вас открыто, можете почитать вместе со мной. Книга Прока Исаия 28,16. Посему так говорит Господь Бог: Вот я полагаю, в основание на Сионе камень камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. Что здесь основанием положено? Камень. Основание камень. Исайя 54.11. Бедная бросаемая бурью безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Что говорит священное писание? Основание из сапфиров будет. Иисус Навин 6.4. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны разрушение Ирихона здесь было. До своего основания. Город будет разрушен до своего основания. Ездра, 6 глава, стих 3. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей и так дальше. То есть какие основания должны были быть положены для дома? Прочные. Прочные основания. Иов, 38 глава, с 4 по 6 текст. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» – спрашивает Бог. «Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» Эти вопросы можно задать всем астрономам, физикам, ученым, которые говорят о большом взрыве. «Где были вы, когда Бог полагал основание земли?» «Где?» Тех, кто отрицает сегодня Творца Вселенной, где они были даже тысячу лет назад. Которые красноречиво сегодня доказывают большой взрыв там и так далее. Бог говорит «Я полагал основание земли». Псалом 10 стих 3. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» То есть речь здесь идет не только об основаниях физических, но есть и духовные основания в жизни. Есть такое понятие, как «основание духовное». И вот наше основное. Что мы прочитали? Что есть такое понятие, как основной. Основной. Рассмотрим второй термин. Что это такое? Присоединяющиеся. Исаия 56 глава с 3 текста по 7. Да не говорит сына на племенника, присоединившийся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа и сыновей и иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить, имя, э, и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего». И на что сказано? Присоединились к Господу. Деяние 17 глава, стих 4. «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало». То есть Павел и Сила в данном случае являются основанием, а те присоединились, сказано, к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога. Деяние 2.41. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». То есть что произошло? Присоединились к Церкви Божьей, к народу Божьему душ около трех тысяч. Даниила 11 глава с 32 по 34 текст. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания будут иметь некоторую помощь. И многие присоединятся к ним, но притворно. То есть разумные они будут основанием, как бы здесь выступают, а остальные присоединятся к ним, хотя и притворно сказано. И еще одно место зачту Исаия, 14 глава, стих 1. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземны, иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». То есть здесь та же самая мысль, как и с присоединением иноплеменников. Мы видим с вами, что есть такое простое понятие «как» основное и такое простое понятие, как присоединение, соединяться с чем-либо. И соединение с чем-либо — это, будем говорить, образование с ним единого целого. Присоединяться — значит стать единым целым с тем, кому ты или к чему ты присоединяешься. Это напрямую касается и духовных вопросов. Это касается вопросов и нашей с вами жизни практической, и нашей с вами христианской жизни — присоединение к праведности, к чистоте, к святости и наоборот от соединения от греха, греховных желаний. Или с другой стороны, когда человек э, хочет грешить, он присоединяется или соединяется с грехом. К чему человек хочет, к тому он и будет присоединяться. Каждый человек имеет свободу выбора, и мы должны эти фундаментальные вещи понимать. Вот эти два простые слова — основное и присоединяющееся. Я не буду приводить вам массу аллегорий или примеров на этот счет, вы это можете сами видеть из жизни стадо баранов и один баран, который должен присоединиться к этому стаду, или, допустим, парусная регата с сотней э э небольших кораблей и, присо и должен к ним присоединиться один, который плывет там где-то позади их. Ну и так дальше. И в священном Писании этих примеров очень много. Вот э о ос какой-то основе и присоединении к этой основе. Вот. Ну, например, основанием нашей веры что является? Священное писание. Никто с этим не спорит. Все остальное, комментарии к нему, толкования, наши с вами исследования, размышления, поиски наши, это уже что? Это то, что присоединяется к этой основе. Мы возлагаем на священное писание основание свое. Понимаете? А, например, если к основанию священного писания с 3 по 5 век присоединили греческую философию, присоединили никейский там или халкидонский символы веры присоединили толкование так называемых отцов церкви и прочее 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 пона присоединяли к священному писанию но все это в корне противоречит основе основ самой библии должны ли мы взять это присоединившееся и строить на нем как на основании конечно же нет если бы это не противоречило основанию а стало бы единодушным с основанием мы бы это с радостью приняли то же самое во всех вопросах нашей жизни. Всегда ищите основания и всегда ищите то, что к основанию присоединяется. Отделяйте, будем говорить, основное от второстепенного. Это касается многих вопросов практической христианской жизни. Далее, нам остается здесь понять теперь то, что касается конкретно нашего вопроса. А именно, как эти понятия, основное и присоединяющиеся, помогают нам в познании Бога. Как эти понятия могут открыть нам ту истину, что Бог Отец ⁇ это единственное основание во всей Вселенной, основание всего. Все остальное ⁇ это то, что исходит от Него или присоединяется к Нему. Основное и присоединяющееся. Это очень важно, что таких оснований не может быть два, три или более по определению. Потому что такое основание может быть только одним. Что касается Бога Отца Всевышнего, то Он и есть, это единственное основание всего во Вселенной. Если Сын Божий такое же основание, как и Бог Отец, то мы с вами уже имеем два основания. Как в данном случае, понимаете, кто к кому присоединяется. В Священном Писании мы читаем, кто кого родил. Отец родил сына, а не наоборот. Отец положил сына краеугольным камнем во Вселенной для всей Вселенной, для всего творения. Иисус Христос есть Альфа и Омега, то есть основание всего творения. Но Он присоединен к Отцу, а мы присоединяемся ко Христу. Еще раз прочтите «Желание веков», страница 21. «Все в природе свидетельствует о Боге, но наиболее полно мы видим Его в Иисусе. Через возлюбленного Сына Отец изливает на всех жизненную энергию» и через сына она возвращается в поток хвалы и радостного служения к великому источнику всего сущего. Это и есть основа. Великий источник всего сущего. Таким образом, во Христе получает завершение круг благодеяний, раскрывающий сущность великого подателя жизни и закон жизни действующего Вселенной. Кто является основанием, а кто присоединяется? Отец присоединяется к сыну? Нет. Отец изливает через Христа на всех жизненную энергию. Мы соединены с Христом и через Христа с Богом Отцом. Ну, я надеюсь, что мысль была понятна. Теперь давайте будем подводить итог нашим пяти темам. Я надеюсь, что не должен быть сложным этот вопрос, потому что он достаточно просто открывается и в Священном Писании, и в Духе Пророчества. Единственное, что печально, что часто накладывается свойств какой-то смысл. Но мы с вами не раз говорили о том, что Нужно брать простой, ясный текст из Библии, простой, доступный, и собирать все эти простые тексты воедино. Вот. И после того, как вы изучили все простые тексты и поняли истину в простоте, нужно браться за сложные тексты Писания. Тогда вы будете иметь полноту истины. Вот. А если простые, ясные, недвусмысленные тексты отбросить, взяться за сложные тексты, а потом через призму сложных толковать простые, то это вызовет проблему, и очень большую. А и Библия говорит и призывает нас к этому, все Писание Бога И Христос говорил, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. И Елена Вайт писала, 37 глава книги «Великая борьба», «Священное Писание» — это гарантия против заблуждений. Много раз я написала, что библейские истины очень просты. Поэтому берите простые тексты. Вот с самого начала, с самой первой темы я цитировал 8 простых текстов, очень простых и однозначных текстов, где сказано, что есть только один Бог, и кроме меня Бог говорит, других нет. Очень простые места из Библии. Есть в Библии очень простые и ясные места, где сказано, что Иисус Христос ⁇ его Сын. Да, некоторые утверждают, что это касается только рождения Христа на Земле. Это будут следующие наши темы по трудным местам Библии. Вот почему Елена Вайт была против, вот сегодня тех, кто отстаивает позицию Тринитариев, они говорят, что Елена Вайт высказывалась вот так о тех, кто унижает Христа это как раз были те люди, которые считали, что либо Христос сотворенное существо, э, крайний унитаризм там называете это, или еще как-то, либо что Христос, он родился как Мессия только на земле. То есть до его рождения на земле самого Христа как бы и не было. Все, всем управлял Бог. Но эти темы чуть позже мы будем об этом рассуждать. То есть это сложные места Писания, к сожалению, берутся, и вытолковываются из них вот такие вот следствия. Итак, давайте подводить э, практический итог вот, всему тому, что мы, э, или о чем мы говорили. Я возьму три направления. Три направления для подведения итога. Первое направление — это жизнь человека или ангела, или жизнь творения Божьего. Второе направление — это жизнь Иисуса Христа. И третье направление — это жизнь э, Бога Отца. Вот возьмем эти три направления и применим пять пар принципов познания. И ответим на вопрос, сколько богов в абсолютном смысле слова может быть. Первое по подобию и отличию. Берем жизнь человека или жизнь ангела, или жизнь творения Божьего. То есть мы похожи, да, друг на друга похожи. Но мы и различны. Мы это уже проходили, вы, я думаю, это помните. И похожи, и различны. Возьмите жизнь Иисуса Христа. Кому он подобен или чей образ он отражает? Писание много раз говорит, что он открывает нам Отца. Он пришел во имя своего Отца, от имени своего Отца. Он посланный от Отца. Он открывает заповеди Отца. Он любит Отца, пребывает в Его любви и раскрывает нам Его любовь, ученикам. А теперь давайте возьмем жизнь Бога Отца. Кого Ему копировать? Или с кого брать пример? вы не найдете. Потому что только Бог Отец задает всему тон. И вот используя этот простой принцип по подобию отличию, вы видите, что богов не может быть два, три или более подобных, одинаковых. Понимаете? Говорить о том, что там три, они, конечно, там разные, но они все какое-то божество. Ну, друзья мои, пожалуйста, можно так продолжать верить. У меня есть простой принцип познания – где Господь говорит это подобно, этому, это подобно этому, где подобие или образ Отца это Христос, но а Отцу Он говорит подобие не найти, а Отцу подобие не найти. Потому что Он задает всему тон и Своей великой и спокойной вечности, как мы прочли уже в Духе Прочистке, Он отдает Свои распоряжения. Только Он один, беспримерный и бесподобный. Далее, Сын Божий Иисус Христос берет примеру Отца. Иоанна 5,19, Священное Писание говорит: На это Иисус сказал им, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя. Это очень простое место Священного Писания. Если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. Очень просто! Ничего сам от себя Иисус Христос не делает. Это показывает, это точнее, о чем говорит нам, кому этот пример обращен к нам? что отец открывает сыну, показывает сыну, и сын исполняет волю отца. 1 Коринфянам 1.11, что касается нас с вами, будьте подражателями мне, как я Христу, пишет апостол Павел. Вот. Вы помните, мы рассуждали, что означает близость в физическом мире, а что в духовном. В физическом мире близость определяется расстоянием, или чем определяется близость в физическом мире, а чем определяется близость в духовном мире, в физическом мире близость определяется расстоянием, а в духовном мире близость определяется, помните, чем? Подобием. Чем вы ближе, тем вы более похожи. И Иисус Христос, Он наиболее близок к Небесному Отцу, и поэтому Он Его и большее, или будем говорить, большее подобие, лучшее подобие, исключительное подобие. Но Он и отличается от Отца, имея свою собственную индивидуальность. И об этом мы читали и в Писании, и в Духе Пророчества он имеет свою собственную личность и свою собственную индивидуальность. Следующее понятие — это принципы, это целая и часть. Начинаем опять с нашей жизни, жизни человека, творения Божьего. Человек — это целое существо? Да, это целое существо. Есть физически, допустим, если взять руки, ноги, голова. Вот, если мы видим человека, например, нет руки, мы уже видим, что человек, ну физически я имею в виду, я не имею в виду там дух, вот, а физически уже не целый человек. То есть нет какой-то части. Мы состоим из частей. Все в нашем мире состоит из частей. И эти части комплектуются в нечто целое. Я надеюсь, мы это запомнили. И вот это целое можно разделить на части. Если мы возьмем жизнь Сына Божьего, жизнь Иисуса Христа, Он был рожден Отцом в предвечности. Не рожден только на Земле. Мы это утверждаем и будем об этом говорить. Что Иисус Христос рожден Отцом в предвечности, пред, перед всяким творением, перед творением Вселенной. Но применить понятие, что Христос не имеет частей, мы не можем. Потому что Он имеет свою индивидуальность, свою личность и то, что Он унаследовал от Отца, когда принял от Отца жизнь. И к тому же он принял со временем и человеческую природу на всю вечность. Евреям 10.5 Священное Писание говорит, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Спаситель сочетался, пишет пророк Божий, с человечеством вечными и неразрывными узами. Бог послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, навсегда сохранить свое человеческое естество. Он стал человеком навсегда или принял человеческую природу. То есть ограничил себя навсегда. И он обладает такими же частями, как и мы, руки, ноги и так далее. Сын ограничил себя. Это жизнь Иисуса Христа. Что касается жизни Бога Отца. Во-первых, его никто не рождал. Во-вторых, жизнь не имеет ни начала, ни конца дней, не имеет границ, не имеет каких-либо частей. Вы понимаете, мы уже говорили, что наличие частей предполагает наличие каких-либо границ. Попробуйте вспомнить наши с вами рассуждения, что Бога нельзя разделить на части. Бог на части не делится. Только один Отец обладает цельной, неделимой, монолитной природой. Он один источник всего и вся. Все остальные существа имеют две природы. Свою индивидуальность или свою структуру и то, что они унаследовали от Отца, это дар жизни. А Бог Отец ничем не ограничен. Во всей Вселенной Он такой один. И не более. Подумайте минуту: если будут два или три, или даже более пять э, богов, они, разумеется, должны будут иметь между собой границы. Они не будут безграничными. Это невозможно по определению. И вы сразу получите в наличии двух или трех независимых богов. Но три безграничных или три бесконечных, или три безотносительных. Бога быть не может. Это аксиома. Иначе все вышеназванные принципы, которые мы с вами изучали, просто выбросьте в мусорную корзину и продолжайте верить в Троицу. Если кто-то верит в Троицу, пожалуйста, можно. Но вы не говорите, что вы имеете одно божество. Мы цитировали, и не раз я цитировал из доктрин нашей родной церкви адвентистов 7 дня, принятой в 1980 году доктрина... О триединстве: Бог вечный Отец, Бог вечный Сын и Бог вечный Дух, и все это объединяется в одно Божество. Я уже сказал, кто-то говорит: да какая вам разница, сколько там богов? Может, там восемь или девять? Не вдавайтесь в подробности. Извините, пожалуйста, но это печально, потому что именно непонимание Бога вызывает отторжение или насмешку со стороны мирских людей, секулярно настроенных людей, которые говорят, да в кого вы там верите, в непонятное божество. Именно непонимание Бога способствует тому, что верующий человек не имеет того настоящего христианского настроения, той подлинной веры в того, в кого он уверовал. Когда спросишь, в кого ты уверовал, божество единое в трех лицах. А можно ли в Священном Писании просто и прямо найти об этом текст? Нет, только косвенно и намеками, я вам цитировал уже из большого библейского комментария, где сказано, что в Ветхом Завете вообще прямо не говорится о триединстве Бога, о Троице, только косвенно и намеками. Как можно основывать свою веру на косвенных свидетельствах и намеках, когда достаточно простых, основательных библейских истинных, библейских выражений, текстов? Не нужно этого делать, не нужно насилие делать над Словом Божьим, чтобы вытащить из Священного Писания, чего там нет, или даже о чем не говорится. Это неправильно. Там просто и ясно говорится, кто есть кто. Всевышний Бог Отец, возлюбленный Сын, ангелы, люди, животные, растительный мир, дьявол, бесы. Все это просто и ясно, доступно описано. Ничего втискивать в Библию не нужно. Многобожие или философию греческую, как это было сделано на Никейском соборе. Понятно, должно быть. Жизнь человека. Разделить на части ее можно. Жизнь Христа тоже делится на части. Христос имеет свою природу и то, что получил от Отца. Жизнь Бога Отца на части не делится. Сколько вы не делите, вы ее не разделите. Не пытайтесь единицу поделить. Она перестанет быть единицей. Она потеряет, будем говорить, свое свойство. Единый, монолитный, неделимый, единственный. Это об этом и слово говорит Эхад. Он один. Он один. Мы будем говорить об этом слове в следующих темах. Вот что означает Эхад, Элохим эл эл или Элогим. Эл Обсудим этот, э эти вопросы. Следующая пара – это общие и частные. Что мы с вами выяснили, вспоминаем, что понятие общего как такового не существует в реальности. Все лишь частные случаи, индивидуальности. Что касается нашей с вами жизни – жизни человека, то мы с вами ничего обобщать не можем. Ничего. Для нас каждый день, каждый час, каждая минута или даже каждая секунда это уникальный дар Творца. Не нужно ничего обобщать. Вот один час хуже другого или один час лучше другого. Вот сегодня повеселился хорошо, а завтра скучно и грустно. Вы понимаете, это уже обобщение. Каждая минута, каждая минута в нашей жизни это уникальный дар Творца. Каждая секунда даже. Если мы в серых буднях, запомните, друзья мои, если мы в серых буднях не видим Его любви, Его заботы, Божьего желания сделать своих детей счастливыми, то мы просто слепцы, мы все обобщаем. Мы очень много обобщаем. Вот у всех все плохо, и у нас плохо, вот у меня все плохо, нет в жизни, счастья и так далее. А так делать не надо. Бог строит с каждым своим творением индивидуальные отношения. С каждым человеком, с каждым ангелом, с каждым творением индивидуальные отношения. Даже птички небесные, которые поют трели небесному Отцу, они не осознают этого. Но они поют эти трели, и Бог радуется этому. Но как Он больше радуется, когда те, кто имеет разум, рассудок, подаренный им же, осознают Его величие и красоту. С каждым творением Он отдельно Общается, к каждому творению индивидуально подходит, ничего не обобщает. Ничего не обобщает. Если будет миллион жить не так, а один будет жить так, он на Него обратит внимание. И будет на весь миллион обращать внимание, чтобы и они обратились и покаялись, эта история с его вам показывает и многое-многое другое. Индивидуально к каждому Богу относится, ничего не обобщает. Нету такого понятия, как общее. Есть только частные случаи. Это мы, люди всегда привыкли обобщать, все обобщать. Я не говорю, что это плохо. Можно обобщать, компоновать что-то. Не, не, не признаю это, скажем, ну, тем, что не надо делать. Пожалуйста, делайте это. Но мы должны понимать, что это всего лишь умозрительно. На самом деле есть только частный подход или частный случай. И вот Бог говорит, откройся, мне, открой свое сердце, и я тебе отвечу. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, Иеремия 33.3. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. То есть жизнь каждого творения — это индивидуальная жизнь. Выбор каждого — это индивидуальный выбор. Обобщать не нужно, ничего общего нет. Жизнь Иисуса Христа. Можно ли какое-то обобщение сделать здесь? Тоже нет, у него индивидуальная жизнь, индивидуальная личность. В отличие от нас, творение, он рожден отцом, но он индивидуальная личность, а не часть какого-то божества, у которого общая жизнь на двоих или на троих. Понимаете смысл? А жизнь Бога Отца ⁇ это тоже индивидуальная жизнь, абсолютно индивидуальная личность. У Всевышнего нет никакой общей жизни для двоих или для троих. Он один источник жизни. Идем дальше. Причина и следствие. Причина и следствие. Что является причиной нашей жизни, мы уже сказали. Вначале сотворил Бог небо и землю. Творение. Жизнь человека в результате творения. Дал нам жизнь Бог наш Всевышний. Жизнь Иисуса Христа. Что является причиной жизни Христа? Колоссянам 1.15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. О Христе идет речь. Рожденный. Что является причиной жизни Бога Отца? Нет причин. Он есть первая причина. Он сам есть первая причина. Все остальное во Вселенной следствие. Ну, разумеется, кроме греха, потому что Бог не является причиной греха. Грех — это незваный гость во Вселенную, пришедший на время и будучи скоро уничтожен. Это отдельная тема, углубляться в нее мы сейчас не будем. Ну и напоследок, основное и присоединяющееся наша с вами человеческая жизнь, жизнь человека, является ли она основой? Основой основ. Да, мы строим дома, иногда даже на хорошем основании, средства зарабатываем в жизни, считаем, что это основа наша при товарообмене и так дальше. Но наша жизнь — это не основа. Мы к чему-то присоединены. К чему присоединены? К источнику жизни. И он не находится внутри нас. Мы получаем жизненную энергию извне. То есть мы не являемся основой о жизни Иисуса Христа. Является ли она основой? Краеугольным камнем, конечно, он положен в основание, но сам по себе он этой основой не является. Об этом говорит Священное Писание и Дух Пророчества. Он был положен в основание Богом Отцом. Вся Вселенная, все творение присоединяется ко Христу, чтобы быть с Ним единым целым в Духе. Вы помните, мы читали, единство не нарушает индивидуальности каждого из них. А он соединен с кем? Христос. С Отцом. Иисус Христос соединен с Отцом. Это не значит, что Христос есть Отец, как бы, или наоборот. Что это разные индивидуальности, разные личности. Но они составляют в духе одно целое, не телесно. И что делает Христос? Он присоединяет нас к Отцу. Во Христе мы усыновляемся Богом. Через Христа присоединяемся к Богу Отцу. А кому отец присоединяется? Кому? К какой основе присоединяется Бог Отец? Пророк Исаия пишет, «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Нет другой твердыни, нет другого основания. Никакой не знаю. Это очень простой и ясный текст Священного Писания. Бог Отец есть основа основ. И как вы понимаете, двух абсолютных основ быть не может, а тем более трех. Кто-то к кому-то да будет присоединяться. Ну и последний вопрос, который был задан в самом начале цикла. Вот согласно всех этих простых понятий и простых исследований, что подсказывает нам Священное Писание и здравый смысл имея под рукой именно эти непротиворечивые понятия. Сколько же богов может быть в абсолютном смысле этого слова? Только один. Только один. Да, у Бога есть сын, открывающий нам отца, но отец остается единственным Всевышним в абсолютном смысле этого слова. И как учит нас основа правления Божьего и на небе, и на земле, и во всей Вселенной, это закон Божий. Исход 20 глава 2-3 текст. Я Господь, Бог твой который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, перед лицом моим, да не будет у тебя других богов, говорит Всевышний. Соблюдение этого закона, а также простых принципов познания, убережет нас, братья и сестры, от греха, убережет от отсоединения от Бога и от всевозможных э, ложных представлений о Боге, а наоборот присоединит к Нему присоединит к Христу, а во Христе мы присоединимся к Отцу, потому что пишет Пророк Божий, и Писание говорит, во Христе Бог возлюбил, через Христа явил Себя Бог, во Христе Он принимает нас, все творение Божье, кто обращается ко Христу, присоединяется ко Христу, во Христе мы приходим пред лицо Отца, Он наш первосвященник, и Он наш ходатый. И Писание, и Дух Пророчества говорит, Пророк Божий говорит, что ранее Бог общался – с Творением через Христа ныне Он общается с Ним во Христе. Во Христе. И знание Бога принесет нам спасение вечное. Вы не унизите Христа, если отдадите Ему должное, если будете считать Его тем, кем Он и является для всего творения, Сыном вечного Бога, не абсолютным Богом или вторым Богом, или второй личностью некого Божества, а Сыном благословенного Бога. Марка 14,61 когда спрашивали Христа, ты или сын благословенного. Мы унизим Бога Отца, если будем отрывать от Него Его собственный дух и делать из этого духа третью личность некоего божества, что, к сожалению, делает сегодня вот это учение, или делает уже почти 1700 лет учение о Троице, оторвало от Отца Его собственный дух и сделала третьей личностью. Вот она, третья личность божества. Но это абсурдно и нелогично. Дух Божий это Дух Отца самого. Я в тему о Духе входить не буду. Об этих вопросах у нас очень много материала размещено на канале Спасительный выбор. Темы самых важных знаний с 1 по 5. Пожалуйста, кто не смотрел, посмотрите или пересмотрите. 15, 16, 19, 46 и тему 72 по 80, где очень много вы почерпнете информации об отношении отца и сына и информацию о Духе. И о Духе Святом в том числе потому что понятие дух в священном писании весьма многогранно. Послушайте эти темы. Я лишь хочу подчеркнуть, что отделяя дух отца от самого отца, вы и получаете третьего Бога. Понимаете, единственное, что Тринитарии сегодня смягчают тон, говоря, что это не отдельный Бог, это третья божественная личность, что по сути, как мы выше говорили, это и есть, что это все же третий Бог. Понимаете, тут надо признать. И доктрины церкви об этом четко говорят. Бог — вечный дух. Но как по-другому здесь понять? И от этого страшно становится. Не нужно делить Всевышнего Бога Отца. Отец неделим. Не нужно делить его на части. Пожалуйста, используйте эти простые принципы в познании всего, что вас окружает. В познании вашей жизни. В познании вас самих. Смотрите, на кого вы похожи. Чем отличаетесь от Христа? Куда нужно стремиться куда бить, чтобы быть более похожим на Христа. Делите целое на части. Если вы что-то не понимаете, разбейте это на части, по частям познайте, соберите все воедино. Вот. Постарайтесь индивидуально относиться к каждому, кто вас окружает. Не обобщайте. Не нужно э, все делать вот так. Скажем, а если этот такой, то и все такие. Это неверный шаг. Не нужно обобщать. Если что-то произошло в жизни человека, тоже не обобщаете. Если человек оступился раз, и на нем поставили крест и сказали, да нет, он никогда не вылезет, никогда не оправится. Это тоже обобщение, не нужно этого делать. Каждый день, каждый час, каждая минута нашей с вами жизни — это уникальный дар. В эту минуту можно все перевернуть, все изменить. Все, все, буквально все, поменять решение, стать другим человеком и идти дальше с каждой минутой, возрастая по пути познания Бога. Если вы будете все обобщать, это будет гораздо сложнее. Поэтому давайте людям шанс, давайте себе шанс. Если вы увидели недостаток, разберитесь, разбейте на части свое греховное желание, у, у, постарайтесь увидеть, где вы терпите поражение, бейте в ту цель, вы победите. Я приводил эти примеры, это очень просто делать. Понимаете, причинно-следственную связь. Смотрите, что является причиной, что является следствием. Вот. Не выспались это как следствие будет болеть голова, допустим. Мало выпили воды, это о здоровом образе жизни, там примеры. Тоже будет болеть голова. Или еще какие-то причинно-следственные связи. Посмотрели, люди сегодня привыкли к кинематографии. Отказывать, отказывайтесь от этого, ничего хорошего она не несет. Посмотрели, полюбовались, а потом они даже не знают, что происходит с их желаниями понимаете, и терпят поражение на, практически на каждом шагу и христианской жизни. Не нужно этого делать. Ищите причинно-следственную связь. И помните о том, что есть основное присоединяющееся. Кто является основой? Кто является дающей стороной? Подателем является Бог. Присоединяйтесь к этой дающей стороне, к этой основе основ. И вы не потерпите поражения. Бог спасет нас для вечности. Используйте эти простые принципы в познании всего, что вас окружает. И через познание творения, творения Божьего вы увидите красоту и величие Всевышнего Бога и посланного им Иисуса Христа. И закончить вот этот цикл небольшой из пяти тем я хочу текстом, с которого я и начал этот цикл. Псалом 45.11. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Аминь. Помолимся. Наш Любящий Небесный Отец, благодарим Тебя за э, Священное Писание, за Дух пророчества, за то, что мы имеем Господь, благословение изучать это Слово. У нас есть сегодня и интернет, э, сайты, где можно изучать оригинальные тексты, есть выписки, выдержки э, на английском языке, на греческом, на еврейском. У нас не хватает зачастую времени, может быть, сил все это изучить, исследовать, но важные темы, важные вопросы, касающиеся Тебя, познания Тебя, познания Твоего Сына, Иисуса Христа, посланного Тобою, мы должны этому уделить максимум серьезности и внимания. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам эти простые принципы э, познания всего, находящегося вокруг нас. Ты дал нам этот мир, сотворил этот мир, и Он является примером для нас, притчей для нас, через познание. Того, что происходит здесь в творении, мы можем э, познавать Тебя, Твою красоту и Твой характер. Помоги нам, Господь, понять, что кроме Тебя единственного Всевышнего Бога больше нет никого. Ты сам об этом говоришь. Никакой другой твердыни нет, не знаю. У Тебя есть Сын Иисус Христос, возлюбленный Тобою, явленный нам, был рожден здесь на Земле. И мы знаем Его историю из Священных Писаний, знаем историю из Духа Пророчества. Мы просим, помоги, чтобы не было неразберихи в нашем сознании, но чтобы мы понимали, кто есть кто, что вы абсолютно разные личности, что ты являешься Всевышним Богом, и пред тобой предстоит наш старший брат Иисус Христос, наш заместитель и ходатай, что во Христе ты сегодня принимаешь каждого человека, кто приходит с покаянием и верой к тебе. И об этом учит Священное Писание. Благослови Господь нас и дальше изучать трудные места Библии, которые зачастую вносят смуту и непонимание в сознание и сердце людей. И помоги нам разобраться с этим. Мы просим в этом Твое благословение и водительство. Во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Наш цикл не подошел к концу, мы только закончили принципы познания. Вот, следующий раз или два, может быть, даже три темы уйдет на то, чтобы мы смогли посмотреть сложные места Библии. Вот именно то, о чем спрашивали братья и сестры. Что означают тексты Исаия 9.6, что сказано о Христе в пророчестве, Он есть Бог крепкий или Отец вечности. Что касается текста из послания к Тимофею, 1 Тимофею 3.16, беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. И Римлянам 9 глава стих 5 и так дальше. То есть есть ряд библейских текстов, которые, читая, вот верующий человек – сегодня начинает сомневаться и видеть, как бы ему приходится или видеть как бы двух абсолютов, или может быть даже трех, вот на основании там, текста Матфея 28, 19, «Идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это как бы, прямо это не говорит о Троице, но люди говорят, ну это косвенно говорит о том, что все-таки, наверное, есть три личности божества и так далее. То есть вот такие сложные места из Библии мы будем изучать. И э, если что-то еще есть какие-то но ну, места которые вызывают у вас смущение сомнения напишите пожалуйста в вопросах и ответах чтобы я тоже подготовил разбор этих текстов вот если здесь что-то было непонятно в принципах э, познание тоже напишите ну я постарался максимально упростить чтобы не выражаться там академическим языком вот. а наиболее просто это сделать спасибо большое за внимание До встречи до свидания.